Давайте рассмотрим чехол поближе. Гнется, мнется, проблем никаких. Левых каких-то запахов нету. Вживую, а выглядит следующим образом. Мне кто-то звонил, мне кто-то звонит, секундочку. Вот он становится вот таким пухленьким, потому что в нем лежит телефон, а причем телефон лежит в бампере. В нем лежат деньги. Да, а зимой, ну, мне немножко неудобно его стало носить, по той причине, то, что, ну, достаточно большой, а сумками я не пользуюсь в кармане, но... Ну, это красивый аксессуар, ему не место на самом деле в кармане, ребят. То есть ему место, вот вы идете, и у вас все необходимое в руке. Вы четко, да, знаете, то, что у вас телефон в руке, деньги в руке, кредитные карты, там документы на машину сюда без проблем умещаются. Надо вам руки свободные, вы хоп, засунули его под мышку, вот так вот под мышку зажали. Это красиво, стильно, хорошо, да, он подходит как женщинам, так и мужчинам. Ну, достаточно, ну, такой вот универсальный. Просто там выбираете цвет под себя, который больше подходит, или берете там, не знаю, 7 цветов у них есть или нет, получится неделька, не получится. Не в курсе. Ну, как не в курсе, не смотрел, не скажу. Поэтому вот данный чехол я эксплуатировал, ну, где-то там порядка полугода, да, то есть вот видно здесь уже... образовалась некоторая грязь, то есть его было бы неплохо почистить, подозревая, вот чем из ноутбука обувь чистят, ну, это можно сделать. Значит, карты, да, абсолютно без проблем умещаются, сюда водительское еще можно дополнительно. По телефону, да, в моем случае я телефон уместил прям вот в бампер. Давайте возьмем Asus. Изначально я Asus в нем носил, не используя никаких чехлов. Смотрите, вот он без проблем сюда залезает. 5,5 дюймов, телефон прям вот абсолютно без проблем прячется. Давайте вот таким вот образом мы видим, да, прям вот, как будто ему здесь и место. По деньгам, да, ну, мы видим достаточно большое количество наличных, сюда можно уместить. Причем лезут как малые купюры, да, так и, смотрите, там, 5-тысячная. Самая большая купюра на данный момент в РФ умещается абсолютно без проблем. Пользуйтесь вы долларами. Пожалуйста, 100 долларов самая большая. Ну, она залетает еще проще. Денег у вас наличных много. Да, опять же, без проблем, целиком они уместились. Это полностью наверняка соответствует фэншую. Насколько я понимаю, смысл фэншую, что деньги не должны складываться, мяться, гнуться. К ним надо относиться хорошо. Они должны быть рубашечка к рубашечке и всегда прямыми. Вот они прямыми здесь у вас будут. Вот такой вот стильный чехол-кошелек. Значит, ребят, надо понять, насколько вот вообще такие вещи вам подходят, потому что, ну, это все-таки далеко не для всех. А кто-то скажет, что это большой, не совсем удобный кошелек. Я с него тащусь. Ну, прям вот реально тащусь, прям вот мне он очень сильно нравится. Обязательно участвуйте в конкурсе. Разыгрываться будет по, ну, давайте для начала по 5 кошельков. Да, в каждом розыгрыше мы разыграем. Да, это будет 10 кошельков, достаточно внушительная сумма в совокупности. И мы с этим продавцом, ну, вроде как нашли общий язык. У него есть определенный рекламный бюджет. Я думаю, он сможет мне некоторые вещи давать на обзоры, да, там какие-то вещи я у него смогу регулярно покупать. Они, ну, на самом деле хорошие, их не стыдно продавать. То есть, например, вот эти кошельки у меня всегда буду стараться держать в наличии. То есть, если вы берете у меня там, скажем, телефон по программе «Цена AliExpress», то вы всегда можете взять к нему чехол-кошелек, они у вас в совокупности пойдут, придут, и вы будете им пользоваться. За сим, думаю, можно видео заканчивать. Обзорчик сделал. Что-то интересное, не знаю, зажигалкой. Да, но у меня просто нет зажигалки, я в том декабре бросил курить. Хотя, нет, нет, нет. Не вижу я ни одной зажигалки, не сможем мы с вами посмотреть, насколько это кожа, не кожа, но в любом случае, вот за полгода очень даже живое состояние у него осталось, то есть вот нигде нитки, ничего не повыскакивало, все хорошо в этом отношении. За сим все, всем удачных покупок, быстрой доставки, до скорых встреч!